Чтобы обновленная дорога на Мичурино почти в 2,5 километра прослужила долго, во время комплексного ремонта укладывают выравнивающий слой асфальта. Все согласно технологической укладке асфальтобетонной смеси. Задействованы порядка 18 единиц техники общей сложности, 2 бригады. Ну, это, считай, КАМАЗы, асфальтоукладчик, катки. Выравнивающий слой асфальта начали укладывать от проспекта Масленникова. Ночью работают уже на последнем отрезке. От Полевой до Чкалова одновременно 6 катков. Грузовики с материалом подъезжают один за другим. А перед этим поврежденные участки укрепили еще одним дополнительным слоем асфальтобетона. Этот слой считается выравнивающим, несущим слоем, вот, который задает, в принципе, ровность, долговечность, прочность дороги самого конструктивного слоя. Все наши дороги, ну, большинство дорог, они уже изношены, вот, которые не имеют уже несущего слоя, основного скелета. Вот, тем самым, укладывая слой, мы добиваемся новизны, прочности. Улицу Мичурино приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала комплексного ремонта от фасада до фасада сделали фрезерование дороги на площади 37 тысяч квадратных метров. Отремонтировали литым асфальтом пространство между трамвайными рельсами. Кроме этого, установят новые бордюры, светофоры, дорожные знаки, пешеходные ограждения, заменят решетки ливневой канализации, нанесут разметку, обновят газоны и имеющиеся парковки, плиткой выложат тротуары. Удобные и безопасные исходы для маломобильных граждан появились от проспекта Масленникова до улицы Челюскинцев. Сделали 2 кармана для подъезда общественного транспорта рядом с остановками. Сделают еще 2. Отрезок безопасности появился на разделительной полосе в районе перекрестка с проспектом Масленникова. Мы выполняем работу с учетом мнения как общественников органов ГИБДД, так и с учетом мнений жителей нашего города, потому что работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ставят именно главную цель – повышение уровня жизни граждан, повышение уровня безопасности движения как пешеходов, так и автомобилистов. На время ремонта дорогу полностью не перекрывают. Верхний слой асфальтобетона уже уложен от Масленникова до Луначарского. Самарские водители ремонту дороги рады. Конечно, будет удобно, если зимой еще будут чистить. Потому что если здесь всегда ставят, 2 автобуса не разъезжаются. Это было тяжело. Сейчас посмотрим. О комфорте пешеходов тоже позаботились. Плитку на тротуарах тоже укладывают поочередно. То по четной, то по нечетной сторонам. Комплексно ремонтировать улицу Мичурино начали в начале апреля. Общий объем работ выполнен уже на треть. В график подрядчик укладывается. Активный темп оценили кураторы МБУ «Дорожное хозяйство». Согласно муниципального контракта, улица от Чкалова до Масленникова должна быть полностью отремонтирована до конца октября. Гарантия на комплексный ремонт – 5 лет. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.